Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня находимся в Вене, в центре, на Альбертино плац. И вот я залезла, забралась повыше, хочу вам показать. Это как второй этаж здесь, или третий. Видите, какая красота, ребят! Такая вот красота. Памятник какой. Не знаю кому. Видите, здесь можно так. Вот само здание. На лифте сюда. Вон Альбертино, видите, написано. На лифте сюда забираться. Но я забралась, не работает. Еще не открыто здесь музей вот этот. Галерея. И я забралась сюда по лестнице. Вот так, ребят. Такие красоты. Видите, как он, Альбертино написано. Музей. Там картины, ребят. Впереди оперный театр всемирный. Это и есть, наверное, сам. Сейчас... Ой, чуть не упала. Смотрите, ребят. Это Всемирный театр. Мировой оперный театр. Я уже говорила, кто смотрел фильм «Красотку», что сюда Ричард Гир привозил Джулию Робертс. Вот сюда. Такая красота. Вена. Это считается, ребята, центр. Кто вот этот вот такой? Не знаю, кто это. Живу здесь и не знаю, кто это. Франц Йозеф. Это император Австрии. Франц Йозеф. О, как. Вот он. Какой. Вот он и основал вот этот вот, ребята. Мировой оперный театр основал. Какая красота! Остряй. Гештер. Сейчас стрим хорошо проводить. Смотрите. Все, ребят, все маленькие работают, кафешки, магазины. Я не знала, что 1 мая здесь тоже отмечают. Завтра все закрыто. Видите, какая красота, ребят. Какая архитектура. Пока карантин был, с переднего входа проводят работы, реставрируют там что-то. Вот. Красота какая. Здесь летние кафешки даже работают. Эскалаторы ходят, лифт. Вот, поднялась я по этой вот лестнице. Видите, какая она огромная.
такая красота. На этом буду заканчивать, ребята. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Видите, ребята, впереди можно отдохнуть, лавочки стоят. Такая вот красота. Впереди тоже идет реставрация. Всем пока-пока. Не вижу, выключила, не выключила.